Лечение природными средствами известно человеку с древности. Народное целительство эффективно работает и спустя тысячелетия. Полезные свойства натурального рецепта, о котором мы хотим рассказать в нашем сегодняшнем видео, были открыты еще 60 веков назад. Эту полезную смесь необходимо принимать при сердечно-сосудистых и неврологических заболеваниях. Натуральные свойства, входящих в ее состав продуктов, способствуют укреплению иммунной системы, а также борются с гипертонией. 1 стакан семян кунжута, 50 граммов грецкого ореха, 2 столовые ложки масла оливы или семян подсолнечника смешайте в блендере. Подсластите полученную массу 150 граммами меда. Употребляйте полученную смесь по 2 столовые ложки на протяжении 3 недель. Кунжут содержит цинк, магний, витамины А и группы В. Этот продукт поможет отсрочить старение и укрепить нервную систему. Кунжут также обладает мощными антиоксидантными свойствами. Витамины ПП, С, К и Е, а также высокое содержание железа, калия, кальция и жирных кислот омега-3 в составе грецкого ореха способствуют улучшению памяти, повышают энергию и снижают артериальное давление. Оливковое масло является антиоксидантом. Оно препятствует воспалению и нормализует уровень плохого холестерина в крови. Подсолнечное масло укрепляет иммунитет, положительно воздействует на эндокринную систему и совершенствует состояние кожных покровов. Являясь природным антибиотиком, мед уничтожает вредные бактерии и вирусы, повышает уровень гемоглобина в крови и борется с простудными заболеваниями.